В 2020 году подготовка и проведение традиционной детской летней оздоровительной кампании в Подмосковье были затруднены из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что участие в ней примут до 60% детей в возрасте от 7 до 15 лет. Сегодня речь идет только об 11% юных жителей региона. Безусловный приоритет отдадут ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перед открытием лагеря получат заключение санэпиднадзора и пройдут проверку на пожарную безопасность.